Добрый день всем еще раз. Ну что, у нас последний матч между командой Vici Gaming и Ньюби. Vici тогда не дотянули до пятой игры. Они выиграли первую, они проиграли две следующие, и третья для них станет критической и решающей. И все это будет достаточно быстро. И посмотрите, с какой поразительным, с каким поразительным постоянством банит команда Ньюби Razora, Death Profit и Pugnu. Ничего не отдают команде Vici. Vici тоже, в общем-то, научены неприятным опытом, забанили Алхимика, который теперь не достанется к Сяоэйту. Но всех-то не перебанишь. Команда Ньюби суперскилловая была. Да и как и команда Vici Gaming была суперскилловая. Просто единственный минус для команды Vici Gaming в том, что сейчас они уже в одном шаге от поражения. И Ньюби, вот судя по тому времени, которое они тратили на то, чтобы выиграть одну игру, вторую, и потратят, чтобы выиграть третью игру, такое ощущение, что просто с командой Vici Gaming немножко игрались. Как-то на ранних этапах файты получались вот великолепно у них, и реализация своих героев тоже была действительно очень хорошей. Поэтому, собственно, команда Ньюби и чемпион Интернешнла. На данный момент они забрали опять-таки Shadow Shaman. Они забирают Брюмастера для Му, который уже во второй игре наказал у нас команду Vici Gaming. И они забирают Рубика. А на этот раз Ньюби берут себе Рубика. Ну и Vici забрали себе Вивера, чтобы не отдавать его опять-таки Хао. Vici забанили у нас Алхимика, чтобы Ксяоэйт его не забрал. Ну и Саншенг у нас не получил... Шейкера. Ну, Ньюби решили попроще пойти. Они взяли Дума. То есть вы не даете нам героев, на которых мы играем постоянно, мы будем убивать вас другими героями. Doom, по-моему, тоже очень крутая функциональная штука, и реализация от команды Ньюби этого Дума, естественно, тоже на уровне. Vici Gaming, Лайфстиллера банят пятым пиком. Решают Хао оставить без героя. Они думают, что для Хао герой пока не взят. Не верится им, что Doom может попасть в руки Хао. Они банят Лайфстиллера, ну и последний бан от команды Vici Gaming. Дело в том, что баном Death Profit и Razora первым делом Ньюби отсекают целую комбинацию, которая становилась на Интернешнле под номером 14 просто мейнстримом. Это комбинация одного героя. Просто сейвим его, пока этот герой своим ультом не снесет нас, не снесет товара, не снесет бараки. И заметьте, две последние игры на хайграунд Ньюби не поднимались. Vici Gaming писали ГГ до того, как Ньюби поднимаются на хайграунд. Ну, понятное дело, что они все это знали, но почему бы не попробовать, не ясно. Но они и здесь не будут рубиться до конца. Тут, понятно, что пораньше станет все ясно. Ну и Bristol Back отлетает последним баном от Ксяоэйта. Ротикей, надо чем-то было бы спасать игру. Как-то вот этих жердяев Дума, Брюмастера, как-то надо было кем-то их разваливать. Вроде Вивер неплохая история совершенно. Но вот когда появился в пике команды Ньюби Дум, Вивер уже не такая страшная цель. В Шукучи Вивер, если уйти не может, то сам по себе Вивер не очень-то и полезен. То есть просто сбить линку, просто бросить на него Дум. И что остается делать Виверу? Только получать по голове. Таймлэпс. Не проюзаешь, Шукучи, не уйдешь. Драться с количеством ХП в каком-то рукопашном поединке Вивер не может, потому что очень мало ХП. И Виномансер все-таки для Vici Gaming. Вот так вот. Я все надеялся, что Ньюби заберут себе веника и покажут, как надо выигрывать веник. В итоге у нас для Vici Gaming, и Vici Gaming покажут, как проигрывать надо с Виномансером. Ладно, окей. Ну и последний пик от команды Ньюби. Последний пик перед финальным броском. Вот. Ember Spirit. Ньюби продолжают учить команду Vici Gaming, как играть на героях предыдущей катки. Вот тебе и Рубик, опять же, от Ньюби, который был у Vici. Вот тебе Ember Spirit, который был у Vici, которым играл Супер. Теперь Супер забирает себе Вивера, на котором играл Хао. А Хао будет играть на Ember Spirit. И Doom для Ксяоэйта. Все-таки Хао нашел своего героя. Ксяоэйт это Doom. Банан забирает себе Рубика. Му будет играть на Брюмастере. И Shadow Shaman это Саншенг. Со стороны команды Vici Gaming вот с упорством просто берется Сайлеру, точнее Nature's Profit.
постоянно. Ротики забирает себе опять веника, Файнес энд Кинге и Фенрир будет играть на Ancient Operation. Ну что, команды последний матч проводят на International. 2014 год закончился именно этим матчем. Главный приз в 5 с лишним миллионов отошел у нас команде Ньюбит. Давайте смотреть, как это было, как это работало тогда. Ну, по расстановке лайнов. Ротикей ведет за собой всю команду. Пока что отправляются они во вражеский лес. Будут пытаться здесь со старта файтиться с Ньюби. У Ньюби, мне кажется, дела поинтереснее в вопросах файта. Во-первых, у Брюн неплохой дэмэдж от Клэпа. Во-вторых, контроль от Рубика, контроль от Саншенга. Ну и Ксяо Эйд, который на ранних левелах неплохо, в принципе, дэмэджа вписывает с руки. Тоже, в общем-то, вещь полезная. Посмотрите на количество маны у Дума. 169. Стыдно вообще с таким количеством маны выходить на линию. Дум тут туповато выглядит. Абсолютно. Меньше него, кстати, ну и никого. Разве что Виномансер здесь из этой области. Мистер Тупой. 15 интеллекта у Виномансера и 13 интеллекта у Дума. Файт за руны не... кстати, файты, вот как в 2015 году, привычно, что за руны обязательно будут биться, то вот в гранд-финале, например, International не обязательно было биться за руны. Одна команда становилась на одну руну, другая на другую. Кому повезет? Просто подброшенная монета. Орел-решка и... повезло команде Ньюби, Хасту забрал себе Doom, и первые 18 копеек упало для команды Ньюби. Плюс не плюс, а все-таки... В любом случае, команда Ньюби уже по фарму впереди. Ну, а там уже как пойдет. Ну что, телекинез у нас пошел по Ротикею. Саншенг и Банана. Два саппорта плюс Хао. Первый фраг. И опять Саншенг забирает первый фраг в матче. 1-0. Вот такое вот начало. FY здесь просто пополучать экспириенс вместе с Фенриром. Они не поняли, как так быстро развалили их мидлейнера. И мидлейнер не кто-то там, это Ротикей на Виномансере. Ротикей капитан тут, самая стойкая фигура вообще в составе команды Vici Gaming. И с Ротикеем просто здесь не считались. Му отправили фармить легкую линию, потому что Эмбер Спирит от Хао стал мидлейн. То есть вот такая вот достаточно пластичная команда, которая может позволить себе героев распределять по линиям куда угодно. Чтобы хвост стоял на миде, я такое не часто видел. А когда хвост стоял на миде, то смотрелось это не алё. Или брал мид героев, например, себе куда-нибудь на легкую линию. Тоже не самое лучшее решение. У команды Ньюби это получается и достаточно неплохо получается. Ну и супер уже вообще не сладко теперь здесь. На мидлейне вроде не поставили супера, потому что туда отправился Ротикей на Виномансере. Подумал, что справится здесь с Хао. Вот, а супера отправили в сложную. Ему против такой триплы долго и не постоять. ХП очень мало у Вивера на ранних минутах. Харасить через Шукучи можно, но когда ты выходишь из этих Шукучей, тот же Shadow Shaman через Шейкл, через Хекс, через Эзер Шок тебя разваливает, или Рубик поднимает в телекинез. Суперу приходится здесь аккуратничать. Это аккуратничание, в принципе, без фарма его оставляет. 9 на 7 у Брюмастера, 5 на 1 у Супера на Вивере. У Хао 11 на 2, у Ротикея в это время 9 на 0. Фармит Хао получше, но не будем забывать, что Ротикей у нас отправился в таверну на первой же минуте. И ясен пень, что у Хао и левел повыше, и дэмэджа теперь уже побольше. Да и герой такой, который, если поймает, например, хиленького Виномансера в чины, и флеймгвард будет у него включен, то что делать Виномансеру, кроме того, как в таверну отправляться, я, например, не знаю. Ксяо Эйд очень нагло играет. Сначала он стоит на сложной в соло, потом он отправляется во вражеский лес. Он видит, чем занимается здесь FY. В принципе, можно давать инфу, и сюда уже летит Сайлор. Сайлор, Ротикей, Ксяо Эйда поймали. Здесь Хао. Привязка у нас по двоим. Хлэпает, точнее, стопит всех стомпом Ксяо Эйд. И минус 2 уже здесь делает команда Ньюби. В итоге Хао продолжает погоню за Сайлором. Еще бы один удар, и вот он, один удар от Хао.
просто фисты качает Хаут только-только. И этими фистами команда Ньюби забирает в этом файте третьего игрока. 4-1 становится счет. Вроде бы поймали такую желанную цель. Дум, вот же он, просто корм для нас. Втроем придем. В итоге стомп от Дума, привязка от Эмбер Спирита и Флейм Гвард второго левела. Все элементарно сделала команда Ньюби. Начало для них, конечно, отличное. Вот для команды Вичи Гейминг жутковато все уже на этом этапе выглядело. Роти Кей вот по принципу Фаника против Клаудов стал на мидлейн через Плагварды постараться здесь накалять Хао. Но то, как фидят Хао, ничего хорошего, в принципе, не дает. Привязка от Хао не пошла по Роти Кею. И Ксяуэй с Хао вместе разворачиваются. Наплевка неплохая, в принципе, по Хао, ну, жить можно. Если бы привязали Рутике через стан Дума, можно было бы и развалить. И посмотрите на Ксяуэйт, он вроде не стоит на линии, тем более его еще отправили в сложную линию. А четвертая минута у нас проходит, Дум не стоя на линии, пятого левела. У него уже есть Транквил Бутсы, у него... Есть, в принципе, все необходимые вспомогательные артефакты. ХП есть, реген есть, деф есть. Что делать с Думом, вообще не ясно так. Где Ксяоид брал этот левел, как так получилось? У него два ассиста, одно убийство, одна смерть. Тоже ничего особенного. А в итоге, такие классные показатели для капитана команды Ньюби. Ньюби, ну, наверное, поэтому так дорого он стоил коллективу LGD. Сайлора здесь убивают 100%. Можно обойтись вообще и без клэпа. Вот вся Уэйта, который, кстати, Урсу у нас скушал. Ну и 5-1 становится счет. Ньюби просто гуляют по лайнам и просто дамажат. А те, кто должны фармить, те стоят и фармят. 7-го левела Эмбер Спирит. Роти Кей 6-го левела. Пульс снова не качает. Плагвард в 2, Poison Sting в 3, точнее, Плагвард, Poison Sting в 2 и Venomous Gale в 1. Тут тоже, в принципе, раскачка такая. Универсального Эмбер Спирита всего по чуть-чуть. Ну, в приоритете, конечно же, Флейм Гвард, потому что дэмэджа на ранних левелах очень много вносит. Ну, Му ловит у нас в это время Супера. Супер гуляет под вардами, но Му так особенно за ним и не бегает. Просто дает понять, что Супер близко даже не подходил. У Брюмастера 32 на 16, у Супера 14 на 2. Это рейнджевой герой. Рейнджевой герой с крутым эскейпом, с эскейпом, который дамажит, который... позволяет тебе фармить, и в итоге муж здесь просто издевается над супером. 16 на 2 против 32 на 17 брюмастера. Ну, в два раза перефармить это очень жирно. Сейчас у брюмастера ХП пойдет как сумасшедшая расти. И после 6 левела, после 7, чем будет убивать вивер, вообще непонятно. У супера сворм 1, шукучи 3, ну и джиминейт атак в 1. А Хау при этом еще и варды фармит на мидлейне. Роти Кей вынужден уже свой хайграунд здесь спамить вардами. На вражеский пока не поднимается, потому что Хау просто зарабатывает на этом деньги. Так, курьер дайров. Где? Где ты? А ну-ка, секундочку. Здесь какая-то интересная ситуация была с курьером дайров. Вот он, курьер дайров. Полетел в лес, FY у нас. Ну, это просто как бы нелепо даже. FY у нас загрел на себя крипов благодаря Сэндсторму. Естественно, Вижна на FY не было. И крипы переагрились спокойненько себе на летящего мирно курьера. Подарили деньги команде Ньюби, как будто им мало было. И отправили их. Серьезное преимущество. У Роти Кея 7 левел, у Хао. Где он, кстати, у Хао 8 с копейками. Вот он, Флейм Гвард в 4 от Хао. Есть привязка, есть фисты. Хао тут, в принципе, выфармливать может всех. И деньги капают, и левел идет, и ДД тот же на Эмбер Спирите. Ну и вот, пожалуйста, тут барабаны просто накапали Хао вот наполовину. По золоту Ньюби выигрывает более 1500, по экспириенсу более 1000. Так, а где Супер? Меня он интересует. Супер здесь, уже на мидлейне у FY. Еще нет даггера. Ну и из лесу в итоге FY у нас пришел на мидлейн. Решили подпушить игроки команды Vici Gaming.
Уже здесь Саншенг, недалеко здесь Банана. Хао привязывает у нас Супера, Супер на лоу хп. У Супера таймлэпс имеется. Ну куда таймлэпсать? Сюда опять под тавр, чтобы опять здесь тебя зацепили и развалили достаточно быстро. Нет, это, конечно, нелепо. Супер вынужден отсюда уходить. Супер просто у нас уходит хилиться на собственный фонтан. Ну здесь команда ВГ просто растерянно выглядит. Растерянно. Те, кто должен фармить, не фармит. Вивер у нас топ-7 по крипстату. Круче Вивера Ксяо 8. FY, Сайла, Ротикей, Хао, ну и, конечно же, Му на линии. 52 на 18. Му с линии не уходит. Му стоит и спокойненько себе фармит. У Му 50 и 24 только у Супера. Ну разве это Супер, скажите мне? Тут действительно нашла коса на камень команда Vici Gaming. Оказалось, даже индивидуально слабее, чем коллектив Ньюби. По фарму это более чем заметно. Хао оставляет один ремнант на случай, если вдруг будет атака от команды Vici Gaming. Ну и отправляется спокойно себе на базу. 9 минут сыграно, 2,5 в пользу Ньюби. По экспириенсу 1700 тоже в пользу команды Ньюби. Ксяоэйт на топе. Его оставили в покое. В это время Сайлер и FY то ли лесом занимаются, то ли еще чем-то. Ну, просто стоят и вместе фармят лес. Сайлер приобретает себе уже обливиант став, готовится выйти в Оркид. Так, а в это время Веника у нас убили. Да, в это время Рубик забирает у нас Веномансера. Подошел понюхать, чем пахнет тавр, в итоге отправился в таверну. Еще дополнительное золото для команды Ньюби. 10 минут сыграно, по голде 2500 Ньюби, по экспириенсу 2500 тоже для них. Вроде преимущество небольшое, но при этом посмотрите, что по фрагам. То есть команда ВГ дерется слабее. У них не так хорошо получается реализация, и они по этому поводу достаточно сильно страдают. Супер, наваливает по Саншенгу, ну и уходит в таймлэпс просто супер отсюда. Вижена нет. Уму, ну, Супера в итоге получилось отогнать. Зато Уму, а, кстати, Эмбер Спирит там. Что там Эмбер Спирит? Нет, Эмбер Спирит ничего, а Вивер у нас Denied Tower. Команда Ньюби получает еще денежки. Уже за 3 перевалилось их преимущество. И по экспириенсу тоже за 3 перевалилось их преимущество. Ну, они, правда, вот как-то избавились... Вот этого, ну, в моих глазах, вот ярлыка вот этой вот доты методично и на ранних левелах. Команда Ньюби просто дерется здесь невероятно хорошо. И это видно по фарму, и дерутся они просто так, что шансов у команды ВГ ни на что не остается. Киллингспри у нас от Хао, и Хао тут звезда вообще в составе команды Ньюби. Как в предыдущей игре, как и в позапрошлой, так и здесь. Сайлер пытается отсюда улететь, вырывается у нас FY с обалденнейшим эпицентром, но дэмэджа не хватает. И в итоге один Саншенг у нас погибает в составе команды Ньюби, а FY разваливает Му плюс Ксяо 8. И доминейтинг здесь для Хао еще. Ну, 9-2 счет, что золото льется рекой, команда Vici Gaming не способна драться против Ньюби. А если не способна драться, значит и зарабатывать будет меньше. А если будет меньше зарабатывать, то и дальше будет не способна драться. Закольцевалась у нас. Закольцевались неприятности команды Vici Gaming. Ксяо 8 на думе. С даггером уже и после даггера еще 1000 хп сверху. У него всегда все полезно. Сейчас есть стомп плюс аура здесь от Урсы. Почему так? Непонятно. Ну что, врыв пошел у нас от Ксяо 8. Он застопил одного, застопил второго. Минус 2 делает команда Ньюби. И третий тоже отправляется в таверну. Это мега килл для Хао. Ну и теперь Ньюби могут пушить. Хао здесь проперло на руну. Ему проперло на положение вещей вообще на карте. Ему очень сильно проперло на команду. Хао играет с лучшими на тот момент игроками мира вообще. И... не знаю, если бы сейчас в том составе были бы игроки команды Ньюби, что было бы сейчас. Почему они развалились тоже толком-то, непонятно. Vici Gaming остались на тех же позициях, но Ньюби показывали, что
Они пластичны, они универсальны, они готовы подстраиваться под любую команду, комбинационно переигрывать своих соперников. Но это Кэп, Кэп с пиком. Реализация — это уже такое дело второе, третье. Если есть нормальная организация, если команда получает установку верную, то не так-то просто, в принципе, и развалить эту команду. Ну что, Xiaowei соло врывается. Вот, пожалуйста, то, о чем я говорю. Doom просто вешается на Супера. И Супер у нас под Doom, под Urn of Shadows, расковырялся. Бедняжка просто шел и умирал самостоятельно. Ротикей в таверну. Poison No проюзал у нас Ротикей. Ну, кому какое дело до Poison No? Минус 4 делает команда Ньюби. Просто минус 4 на ровном месте. И Doom в центре этих событий. Он ворвался, он топнул. И вся команда Vich Gaming повернулась спиной, бежала и смотрела, как их расстреливает коллектив Ньюби. По голде 7500 Ньюби, по экспириенсу 8,5 тоже в пользу Ньюби. Ну и шансов на какой-то камбэк с таким вот отставанием на 10 даже, наверное, или 9 по золоту Ньюби и 10 с копейками по экспе для них. Камбэк при таком отставании, честно говоря, мне не видим. Да и герои у команды Vich Gaming не камбэковые в принципе. Эмбер Спирита так нафидить. У Эмбер Спирита уже есть клеймор, у него есть Бродсворд. Он идет со счетом 6-0. 12-й левел на 14-й минуте. Ну, извините, это же просто какое-то издевательство. Благварды у нас от Рубика. Ротики поймали и убивают. Ну и как действует команда Vich Gaming? Она подходит и убивает. Подходит и убивает. То есть одинокие, точнее Ньюби, одинокие фраги от команды Vich Gaming, ну, могут быть вот такие, только индивидуально. Раскастовался на фулл здесь Сэнд Кинг, раскастовался Виномансер, и при этом ульту дал аппарат. Ну и так, так, конечно, можно палить. Супер в таймлэпс, и супер у нас под Виженом, ну и все, все, все вешается на супер. Его просто сжигают. Саншенга потеряли, в итоге 15 минут, ровно 15 минут. Т1 на миде стоит. Это Т1, что в принципе делает? Этот падающий Т1 знаменует победу команды Ньюби. Они оказались в данном гранд-финале быстрые, стремительные. Все по-честному, мы лучше деремся, извините. Не о чем, в принципе, разговаривать. Ну что, посмотрелось это, в общем-то, достаточно быстро, динамично. Спасибо команде Ньюби за тогда еще и команде ВГ. В принципе, спасибо за весь путь того интернешнала. Говорят, что вроде как скучно и нечего запоминать. Нет, на самом деле это прям гайд по тому, как соберите с самого начала, не придется сливать катки. Ну что, друзья, пятый выпуск Retro International на канале Игрокам ТВ. В принципе, у нас завершается. Будем и дальше наблюдать за событиями прошлых интернешналов. Поглубже только опустимся, чем 2014 в следующем выпуске. Вот, у микрофона был друг, это была студия Игрокам ТВ. Учитесь на чужих ошибках, чтобы своих поменьше совершать. Ну и пока что меньше играйте в доту, больше читайте книг. До следующего выпуска.